короче, я не верю.
ЖД переезд. Ограничение 40.
Солнце на объектив. Говорит о том, что дорога петляет, там такие овраги в стеклу. Лесом так искусственные посадки. Ели березы. Снег уже начинает где-то готовиться к таянию. Видно, ноздреватый снег такой.
Это говорит, что очень скоро начнется активное снеготаяние. Часовые пояса добавляются. По-моему, даже уже время московское здесь. Избушка внизу совсем, а мечеть такая, источник.